Добрый день! Вы смотрите ежедневный репортаж с фондового рынка в Нью-Йорке. В начале сегодняшней торговой сессии Dow Jones понизился на 6 пунктов. Новые данные индекса промышленного производства и емкости использования показывают, что производство выросло в июне на 0,3%. Данные по второму кварталу отражают средний годовой рост на 0,6%. Goldman Sachs сообщили, что их поток доходов вырос в 2 раза за второй квартал. Валовый доход вырос на 30% и составил 8 миллиардов 610 миллионов долларов. Отдача Coca-Cola за второй квартал упала на 4%. Валовый доход фирмы понизился на 2,6% и составил 12 миллиардов 700 миллионов долларов. Золото повысилось на 8 пунктов. Нефть стоит $106.38 за баррель. Вот и все на сегодня. С вами был Даниил Векслер. Всего доброго.